Здравствуйте. У нас сегодня последний семинар. Давайте я расскажу что-нибудь про ваше бонусное задание. Это такой несложный способ получить лишних баллов. Но я хотела сказать нет, я хотела сказать по поводу заданий. Какие-то уточняющие моменты. Значит, смотрите, в четвертом задании выписать уравнение кривой, которое там что-то там. Естественно, выписать уравнение как бы любой кривой. То есть это уравнение должно выражать любую кривую, которая вот это вот все выполняет. Не какой-то конкретный случай, а для всех кривых. Так, в девятом задании. Там в пункте А как-то явно какое-то лишнее условие, но решение есть даже при излишнем условии, так что, ну вот, ну как есть, я не знаю, как так получилось. Так, в десятом задании. А там есть пункты, которые мы не обсуждали на семинарах, и не подразумевалось, и на экзамене тоже не будет. Но к тому, к вопросу, как это делать, смотрите, есть особые точки, но это там, где правая часть у системы равна нулю, это, мне кажется, мы обсуждали. Ну, положение равновесия, все одно и то же. А дальше вы открываете Википедию, особые точки, и там классификация. Если у вас собственные значения там, действительные, положительные, то это один вариант. Если у вас собственные значения действительно отрицательные, другой вариант. Если у вас чисто мнимые корни, то там третий вариант. Ну и так далее. Короче говоря, вы просто смотрите, какое условие на тот или другой тип особой точки, ищите соответствующие неравенства и решаете. Ничего сверхсложного тут нету. Мне кажется, каждый может с этим справиться. По поводу там, где пункт нарисовать картинку, там же на той же страничке Википедии вы увидите всякие эти картинки. Да, есть, конечно, методы о том, как это анализировать и как это решать, но это подразумевает, ну как, дано вам как. Либо вы самостоятельно это изучите, либо, ну, есть другой способ, который я могу вам предложить. Он, может быть, не очень удобный, но зато понятный. Вы же научились решать систему. Вы можете решить, вы найдете x от t, y от t. Вот ваша кривая параметрически заданная. Все, пошли рисовать. Это такой, ну, прямолинейный, тупой подход, но ну, тоже имеет место быть. Так, и по поводу самой последней, 12-й задачи. Значит, сегодня как раз я вам расскажу метод Фурье. Он же... Я так понимаю, у вас был на лекциях, и вы можете ориентироваться на то, как вам на лекциях это рассказывали. Может быть, легче, потому что я буду, наверное, я буду рассказывать очень сложно, зато, надеюсь, вы поймете, откуда, чего и почему. Вот. А конкретное решение задач вы можете, наверное, взять с лекции. По поводу домашнего задания, наверное, все. Если какие-то организационные вопросы. Включая бонусные, да, 16 баллов, да. Автоматы. Автоматы будут. 10 июня лектор вам собирался выслать список, кому автомат. Я это говорить не могу, мне запретили, вот. Но я скажу так, автоматы, на самом деле, ну, критерии для автомата жесткие, и как бы, большинство людей, вы рассчитываете на то, что вы будете писать экзамен, вот. Поэтому стоит решить, наверное, бонусное домашнее задание, может быть, у вас с накопом от него и писать экзамен не придется, просто потому что оценка уже нужная вам. И экзамен вам не обязательно на него приходить. Вот. А вторая причина, потому чтобы решать бонусное ДЗ, оно это как бы такой
оно предполагалось изначально, это домашнее задание, чтобы вы повторили весь курс. Это такой способ подготовиться к экзамену. То есть на экзамене будут задачи, вот вам, смотрите, есть куча задачек, повторите все, что вы проходили, все, что выучили. Вот. Мне кажется, все. Присылать, сказали семинаристу, то есть мне на почту можете мне присылать. Я постараюсь. То есть если вы пришлете, не знаю, условно на следующей неделе, то точно... Ну, даже, может. Ну, в общем, если вы мне пришлете заранее до экзамена, то я к экзамену точно уже проверю, у вас будут там стоять какие-то оценки, чтобы вы знали, что и как. Если вы там в последний день все пришлете, то, ну, конечно, не факт, что я успею проверить. Так, ну что, давайте к семинару тогда. Значит, в прошлый раз я вам рассказывала про то, как решать бесконечные струны, да, неограниченные, полуограниченные. А сегодня мы добрались до ограниченной, до той, которой в реальной жизни мы все-таки сталкиваемся. И она решается, ее нельзя решить тем способом, она решается другим способом, как раз метод Фурье. А в чем его идея? Да, кстати, метод Фурье... Метод стоячих волн и метод разделения переменных — все разные названия одного и того же, просто как на это посмотреть. Значит, давайте вспомним, что в прошлый раз было. В прошлый раз у нас там, помните, метод бегущих волн. Там были какие-то две волны. Одна волна бежала в одну сторону, другая волна бежала в другую сторону. И наше решение — это как раз вот сумма этих волн. Сейчас у нас как бы далеко волна не убежит, потому что у нас ограниченная струна, да, мы слева-справа закреплены. И на это смотрят по-другому, смотрят на нее так. Вот в каждый момент времени у вас от закрепленного конца до закрепленного конца есть куча-куча вариантов, как эта волна выглядит. Ну, просто представь, что мы соберем все возможные волны, какие только могут быть. Вот любое положение струны. И в каждый момент времени просто говорим, эту волну мы берем с таким коэффициентом, другую волну берем с другим коэффициентом, третью волну берем с нулевым коэффициентом. И в каждый момент времени, соответственно, это вот какая-то сумма из этих волн, ну, какие-то мы взяли, ну или не взяли, взяли там с нулевым коэффициентом, да, какие-то мы взяли с каким-то коэффициентом, там, 2, 2 первых, 2 первые волны, минус 3 второй волны и так далее. И таким образом мы в каждый момент времени нашу струну описываем вот такой комбинацией вот этих всех-всех-всех волн. Но всех-всех-всех это слишком много, разумеется. Хочется выбрать как-то не все. Ну, например, какая основная идея? Если у вас есть синус, есть два синуса, то, наверное, два синуса брать в эту кучку волн бессмысленно, потому что это тот же самый синус, только с точностью до константы. Хочется выбрать какие-то такие, да, независимые волны. Другими словами, мы хотим какой-то базис среди вот этих функций на отрезке. Функции здесь непрерывные. Непрерывные на отрезке функции, скажу страшную вещь, образуют евклидовое пространство со скалярным произведением в виде интеграла. Интеграл по отрезку, произведение двух функций. Функции на отрезке непрерывно интегрируемые, так что все тут хорошо, все можно, все считается. В общем, вы можете забыть эту страшную фразу, если нас пугает. А суть в чем? Мы выбираем как бы базис среди вот всех этих волн. Мы хотим взять набор каких-то конкретных функций, по которым мы можем разложить любую другую. И в этом заключается идея. Значит, мы ищем решение в виде комбинации вот там каких-то коэффициентов, которые от времени, конечно, зависят, а по вот этому как бы базису. Так, вопрос. Да, я просто не знаю, что у вас на колке, поэтому...
Я не знаю, есть ли у вас пространство непрерывных на отрезке функций. Если есть, то значит вам понятно все, что я сейчас говорю. Так вот, значит, мы хотим выбрать ортогональную систему. Сейчас мы посмотрим, как это делать. Сейчас скажу только про нормированность. Ну, конечно, в идеале, если мы хотим прям слово «базис» употреблять, то мы нормируем. А если мы просто раскладываем по независимым функциям, то константы не нужны, все равно тут мы их считать будем отдельно, да, эти коэффициенты. Все туда можно все эти константы сложить, а они потом сами вылезут, какие нужно. Так, как же мы будем этот базис искать? Смотрим на наш дифур, смотрим на наши граничные условия. Так, мы решили, что мы ищем вот так вот, подставляем все это в дифур. А у нас он там линейный, однородный. Если две функции являются решением, то сумма их тоже является решением. В общем, можно по отдельности их смотреть. Берем отдельные. Давайте я перепишу, что было перед глазами. Мы решаем и не буду штрихи ставить. УТТ равно А квадрат УХХ. И у нас там еще вот такое. Значит, берем t на x, подставляем. Вторая производная по t на x, наш а квадрат t, вторая производная по x. Делим на t, x и на квадрат. Получаем вот такое равенство. Смотрим, слева у нас функция чисто от t зависит. Справа функция чисто от x зависит. То есть эта функция, которая чисто от x зависит, равна функции, которая от x не зависит. Ну и в обратную сторону. То есть на самом деле нет ничего, они не зависят от число. Назовем это минус лямбда, минус просто для удобства. И у нас получается на x, вот эти вот на x, которые мы ищем, дифур. Обыкновенно, дифференциальное уравнение, обычные производные, никаких частных. А нам еще нужны начальные, да? У нас еще есть вот это, мы их тоже подставляем. Силы произвольности t t-шки сокращаются. И у нас получается еще вот условие. Так, что мы имеем? Мы имеем дифур с там каким-то начальным условием. Ну, давайте его решать. Как бы мы решали? Написали бы характеристическое уравнение туда-сюда. Тут квадратное уравнение, и вы знаете, да, там то экспоненты, то синусы, косинусы. А если лямбда равно нулю, то вообще просто интегрируем ноль, потом константу. В общем, у нас случаи всякие появляются. Давайте прямо по случаям и пойдем. Если лямбда равно нулю, тогда решение линейной функции. Подставляем наши начальные значения, получаем тождественный ноль. Ну, это тождественный ноль неинтересно, выкидываем. Если лямбда меньше нуля, то у нас экспоненты, подставляем начальные условия, тоже получаем решение тождественное 0. Выкидываем. Если лямбда больше нуля, получаем комбинацию косинусов и синусов, подставляем условия. Давайте подставим. Х от нуля равно нулю. Значит, С1 косинус 0,1, тут 0, равно нулю. Значит, С1 равно нулю. Выкинем его сразу. Второе условие. В L. Подставляем корень из лямбда L равно нулю. Ну, если c2 равно нулю, опять тождественный ноль, это нам не нужно, тогда, значит, синус должен равняться нулю, значит, корень из лямбда L это πn. Ну, и n, да, не отрицательный, потому что там корень вот стоит. Значит, у нас появляется условие на лямбда. Лямбды должны быть вот такими. πn делить на l в квадрате. А общее решение, мы тут вроде x искали, x равен вот константа на синус вот таких лямб, корень из таких вот лямбда x. А опять же, ну константа у нас тут все равно есть функция, мы ее туда, чтобы она нам не мешалась. И в итоге мы получили синусы. Синусы πn на lx. И это наш базис для данной задачи. Это уберу все. То есть мы нашли вот эти самые независимые функции, которые, по которым можно раскладывать наше решение вот в нашей задаче.
обратить внимание. Ну, вы сейчас там, я буду дальше рассказывать, и вы заметите, но я хочу, чтобы вы сразу поняли, что для каждой задачи может быть свой базис. То есть тут может быть синус от чего-то другого, тут могут быть косинусы. Косинус тоже от всяких разных штук может быть. И там еще хуже бывает. Дойдем до этого. А, вот такой базис связан именно с тем, что вот то, что мы решали, что сам дефур выглядит вот так, а на эти граничные условия выглядят вот так. Да, то есть если мы видим такую задачу, можем сразу брать вот эти синусы, потому что мы только что их нашли. Так, хорошо. Мы нашли синусы, нашли иксы, нашли наш базис. Раскладываем по нашему базису, подставляем в нашу, в эту, все-все-все, подставляем сюда. Что, почему мы это делаем, да, и зачем мы это делаем? Если у нас там, слева разложено все по базису, справа разложено все по базису, значит, мы можем просто приравнять коэффициенты при одинаковых базисных функциях. Суть в этом. Так-то у нас, конечно, бесконечно много тут слагаемых, но поскольку они все независимы, то мы можем отсюда при одинаковых базисных элементах приравнять коэффициенты. Короче, как в линале, если вы недавно сдавали, все должно быть прям хорошо и понятно. Так, у нас на ТНТ дифур образовывается отсюда. Да, это я просто два раза по x продифференцировала. Синус, косинус, потом минус синус. И два раза коэффициентик вылез. И то же самое делаем с нашими начальными условиями. Да, тоже расписываем. И нам тоже отсюда надо вытащить ТН от нуля и ТН штрих от нуля, чтобы замкнуть нашу задачу. Но у нас тут справа альфа от x и бета от x, ну какие-то функции. Ну что, мы тоже их раскладываем по базису. А как мы это делаем? Давайте вспомним. Я вот тут там вначале говорила про то, что у нас есть скалярное произведение, да, в виде интеграла. Как альфа какую-то функцию разложить, да, вот по у нас вот такой базис. Если другой, то же самое. Как в линале, да? Домножаем скалярно на базисную штучку, синус, не хочу писать линию. Здесь все те, которые при разных n, да, скалярное произведение будет равно нулю, только единственное при этом самом n не будет ноль, и тут будет синус на синус. Ну, там вот от этих вот n, x делить на l. И отсюда получаем альфа n. Да, понятно? Супер. Но в нашем случае скалярное произведение это интегралы, поэтому записывать будем интегралы. Так. Так, это вот я рассказала, это дифур наш. Альфа n, вот я расписала аккуратно все эти интегралы. Тут альфа х на наш базисный, тут базисный в квадрате. То же самое делаем с bn. И приравниваем вот эти при одинаковых базисных функциях коэффициенты. У нас получается начальное условие. Сам дифур решается, это мы умеем. Линейная комбинация синусов и косинусов. Это вот эти, которые c1, c2 в нашей прошлой жизни были. Но поскольку у нас от n зависит, да, для каждого номера свои какие-то коэффициенты, тут их пишут an и bn. Они называются коэффициентами Фурье, если что. Так, то есть у нас есть эти ксы, мы посчитали. Т мы только что посчитали, если начальные условия подставим. Я уже не ставила его в общем виде это делать. Подставим, найдем конкретные выражения, подставляем. Вот этот ряд и есть нашим ответом. Давайте на примере. Вот смотрим конкретный пример. Дифур, отрезок у нас от 0 до π. Ну, тут интервал, но неважно. Задача на отрезке. Тут обычно пишут, не включая концы, чтобы не придираться к вопросу, что такое производное на конце. Так, есть начальные условия, есть вот это вот граничные условия, и нам надо решить. Вот
с таким дифуром, только А квадрат здесь был, и с таким ограниченным условием, только здесь был L. Мы только что все это проделали, поэтому я сразу написала вот этот синус. Тут L стоит, ну тут он π равен, сократился. Значит, наши базисные функции синус nx. Хорошо. Что делаем с тентами? Значит, мы берем вот этот ряд, подставляем его всюду, всюду, всюду. Поскольку мы только что это все это проделывала, да, для такого типа задач, я половину опустила. Значит, тенты, вот мы это уже обсуждали, это композиция, вот эти композиции, комбинация косинусов и синусов константами. И конкретно давайте эти коэффициенты посчитаем. Вот, кстати, в вашем бонусном домашнем задании написано, что считать не обязательно, надо только привести формулы. Ну, не обязательно, не приводите, а мы на семинарах вот распишем все. Так, значит, у нас функция синус, и нам надо его разложить. Берем интеграл от синус на базисную функцию, тут базисная функция в квадрате. Надеюсь, что все интегралы умеют считать. Считаем, получаем, что если n равно единице, то это 1, при всех остальных это 0. Отсюда вытекает начальное условие для tn-ных. Отдельно для t1, отдельно для всех остальных. То же самое делаем с косинусом. Тоже раскладываем, считаем. Для n равно единице это 0, для n не равно единице там что-то другое. И получаем на производные в начальный момент времени какие-то условия. Если вдруг есть вопрос, почему тут отдельно n равно единичке выскочило, ну так бывает, вы когда берете интеграл, если вы видите, что у вас вылезает коэффициент вида 1 делить на n минус 1, ну, наверное, у вас там должно дзынкнуть где-то внутри и сказать, наверное, n равно единице надо рассмотреть отдельно. Ну, в общем, не потеряете, я думаю. Так. Подставляем сюда ВНТ и БНТ эти начальные условия. Значит, для t, для n равно единице отдельно считаем, получаем косинус. Для n не равно единице считаем отдельно, получаем коэффициенты на синусы. И выписываем ответ. Поскольку у нас n равно единице что-то отдельное, давайте для n равно единице отдельно выпишем. Вот наш t большое, вот наш x большое при n равно единице. А все остальные запишем общим рядом. И это ответ. Есть ли вопросы? Понятно. Хорошо. Давайте еще пример разберем. Значит, все вроде бы все то же самое. Но, смотрите, тут на втором конце дано не значение функции, а значение производной. И здесь будут другие базисные функции. Поэтому давайте их найдем. Но делаем все то же самое. Мы говорим так. Да, t от t, x на x. Подставляем в наш дифур, делим. Тут только t, тут только от x. Значит, число минус лямбда. Получаем дифур на x большое. Подставляем в начальные условия. Опять же, в силу произвольности t маленького, вот это сокращается, вот это сокращается. И у нас дифур, но с другими, да, чуть-чуть другими начальными условиями. Делаем все то же самое. Лямбда равно нулю получаем, да, с учетом начальных условий, тождественный ноль. Если экспоненты, то тоже подставляем, тоже получаем тождественный ноль. И только там, где синусы и косинусы, подставляем. X от нуля равно нулю. Опять говорит нам, что C1 равно нулю. А если второй, давайте подставим C2, значит, нам надо взять производную. Корень из лямбды вылез, а тут косинус. И мы в π считаем. Считаем, в π должно равняться нулю. Значит, косинус должен равняться нулю. Корень из лямбда π равен π пополам плюс πn. И, соответственно, лямбды другие. И у нас тоже базис получается из синусов, но других. Угу, понятно? То есть, если у вас, а если здесь какое-то другое, значит, тут производная будет дана, то у вас
Или еще какой-то другой базис получится. Если там и там производная дана, там еще базис. То есть в зависимости от того, что, как записаны граничные условия, разные базисы. Это вот то, что я сейчас показываю, это как бы вывод того, как эти базисы находить. Вообще, конечно, можно, наверное, где-то поискать, и есть просто список. Если у вас граничные условия такие, берите такой базис. Если граничные условия такие-то, берите такой базис. Ну, в общем, идея понятна. Естественно, для каждого случая можно просто выписать. Особенно, если не хочется все считать. Так, ну что, базис нашли. Пошли искать эти тэшки. Так, вот наш ряд по синусам. Тут n, кстати, от нуля, да, там n нулевой может быть. Подставляем. Я тут уже ряды не выписывала, сразу коэффициенты при одинаковых синусах написала. У нас получился из самого уравнения дифур на t большое и из начальных условий. Ну, если у нас функция 0, как она раскладывается по синусам? Ну, очевидно, с нулевыми коэффициентами. Можно даже ничего не считать. Все коэффициенты нули, поэтому t от нуля равно нулю. А единичка, ну, тут по-честному считаем, да, интеграл от единички умножить на синус внизу, синус в квадрате. Считаем это, я пропускаю этот момент, считаем интеграл, получаем число. Итак, у нас дифур на t и два начальных условия. Считаем. Тенты у нас тут синусы, косинусы с константами, подставляем, получаем, ну, с каким-то коэффициентом синус. И пишем ответ. Да, ряд, вот это тэшки, вот это иксы. Все понятно? Супер. Так, это примерчик, это вот если захотите сами порешать и сравнить с ответом, то вы порешаете сами без меня. Давайте усложнять задачу. В нашей жизни появилась неоднородная штука, какая-то функция еще стоит. Ну, тут все очень просто. Как мы решали неоднородные дифуры? Решали однородные, и там еще добавляли частные решения. Ну, не совсем прям дословно, но аналогично. Значит, сначала решаем однородный, находим базис. Ну, вот здесь при этих значениях мы базис находили в самом начале, я его сразу переписала. А потом, когда я говорю, что мы вот эту вот функцию подставляем, да, во все условия, сам дифур, и приравниваем при одинаковых базисных функциях, мы вспоминаем, что тут есть. И поэтому у нас тут еще коэффициенты от него вылезут. Коэффициенты, ну вот я тут написала в общем виде. Ну, у нас тут опять дифур с двумя начальными условиями. Ну, дифур только неоднородный. Ну, такое мы тоже умеем решать, ничего страшного. Так что находим их и подставляем. Да, понятно? Ну, я на вот конкретно этот случай пример не стала прикладывать. Я думаю, что, ну, только чуть-чуть усложнилось. Поэтому давайте сразу еще усложним. Было интереснее. Вот. Значит, помимо вот этой неоднородности, у нас в концах не просто не закреплено, что равно нулю, а тут какие-то функции. И это усложняет, все усложняет. Пока у нас не нулевые значения, мы вообще так рассуждать не можем. Что это такое? Ну, берем какие-то там функции, по ним раскладываем с коэффициентами, а у нас на концах черти что происходит. И это важно. Сначала, прежде всего, надо избавиться от этих вот не нулевых граничных условий. Как от них избавляются? Мы раскладываем функцию на две. Одна из них забирает на себя вот эти вот не нулевые граничные условия, а вторая все остальное, но уже с нулевыми начальными условиями. У нее тут как-то поменяются. Ну, за счет W я тут внизу написала. Ну, пока мы подставляем, тут какие-то другие уже будут начальные условия, какая-то другая функция неоднородная, которая... Но ничего страшного, такое мы решать умеем. Как мы W ищем? W ищем мы любое частное решение, которое удовлетворяет вот этим условиям. Любое, самое простое. Нам главное вот избавиться от этого условия. А что тут стоит брать? Линейные функции, квадратичные функции. Обычно этого хватает.
Так, ну что, давайте на примере. Пример. Да, обратите внимание, я тут сразу не просто неоднородность, тут еще и первые производные появились. Почему появились? Потому что на метод это не влияет. Будем делать то же самое, но сначала нам нужно избавиться, да, от вот этих вот pt на правом конце. Разбиваем функцию на две. И для w мы хотим, чтобы граничные условия выполнялись. Выбираем любую функцию, которая ей удовлетворяет. Ну вот, например, tx. Да, в нуле 0, в π, πt. Все как заказывали. Значит, наша функция u. Это v, которую мы еще не знаем, плюс tx. Подставляем эту функцию сюда. А v, tt плюс вторая производная по t от x это 0. Минус 3 по t. Здесь по tx равно по xx. vxx, вторая производная по x от этого 0. Плюс 2 по x, vx, по x от этого t. И вот там все оставшееся. Ну и там переносим. То есть понятно, да, почему неоднородность меняется? У нас там еще какие-то слагаемые добавляются из этого v, из этого дубль v, точнее. Ну, то же самое с начальным условием. U по t, при t равны нулю. Значит, v при t равны нулю плюс вот эта штука в нуле, но она 0, поэтому ничего не поменялось. А производная по t, значит, v по t при t равны нулю плюс производная по t это x. Ну и при t равном нулю его подставлять некуда. Равно x. Ну, соответственно, для v тут будет 0 стоять. Х сократились. Все подставили. Тут вот красиво всякое сократилось. А осталась системка на v. У нас есть дефор, у нас есть начальные условия, у нас граничные условия нулевые. Все супер, делаем вот этот вот метод. Сначала ищем базис. Так, с W понятно, как мы избавляемся? Ладно, наверное, понятно. Так, значит, пишем для V нашу схему. T на X, да, подставляем. Обратите внимание, сейчас будет другое, потому что у нас тут еще первые производные. Мы также делим на tnt и xnt. Также у нас получается слева только от t, справа только от x, поэтому это число. Но и вот из-за этого вот еще первых производных, видите, у нас дефорт другой. Немножко другой. Ну, также подставляем начальные условия и разбираемся с этими xnt. Ну, решаем, как обычно. Что, пишем характеристическое уравнение. У нас лямбда занята, поэтому я буду мю писать. Мю в квадрате плюс 2 мю плюс лямбда равно нулю. Решаем, получаем минус 1 плюс минус корень из 1 минус лямбда. Ну и, соответственно, там, да, я лямбда больше нуля, меньше нуля, ноль рассматривала. Здесь, соответственно, меньше одного, больше одного, один. Да, понятно почему? Потому что где он действительно, где мнимый, это вот лямбда равно единице граница. Ну, это та же история. Если лямбда равно единице, подставляя начальные условия, там тождество 0. Если лямбда меньше единицы, это экспоненты, подставляем начальные условия, тоже будет 0. А остаются только вот синусы и косинусы. Заметьте, у нас есть действительная часть, и поэтому вылезает еще не просто синус косинус, а с экспонентами. Такие базисы тоже есть. Принимайте. Ну, я не выписывала вот эти условия на лямбда. Я думаю, вы поняли, да, как их искать? Вы подставляете начальные условия, там одна константа находится, а вторая, вот чтобы она не тождественна 0 был, у вас появляется условие на лямбда. И получаем решение на xnt. Это наши базисные функции. Здесь понятно пока?
Спасибо, человек, который мне отвечает. Так, есть базисные функции. Раскладываем по базису. Все раскладываем по базису. С первым дефором смотрим. Подставили. Тут я не сразу при функциях, я тут ряды написала, да? Ля-ля-ля-ля, все подставили. Почему я не стала сразу писать? Потому что ну, у вас могут возникнуть вопросы. У нас вроде базис из там, экспонента на синус, а тут еще косинус повылезали. Но обратите внимание, они сокращаются. Минус 2n косинус, а там вот 2n косинус сокращаются. Так что все в порядке. Это вот если они у вас не сокращаются, значит, где-то у вас ошибки пошли. Ну и дальше, как обычно, при одинаковых, да, синусах приравниваем, получаем дифур на t. Ну, чуть менее приятный, может, но так обычно. Так, выписали дифур на t. Вот я его переписала, все в одну сторону просто перенесла. И нам нужно еще начальные условия. Так, вот эта функция. Раскладываем ее, да, вот в ряд. Ну, я не писала интегралы. Я надеюсь, что мы сможем просто посмотреть и сказать. Ну, смотрим, тут экспоненты на синус, тут экспоненты на синус. Ну, мне кажется, понятно, да? Это один из базисных векторов, конкретно при n равной единице. То есть, при n равной единице этот коэффициент должен равняться единичке. При всех остальных он ортогонален вот этим, так что все остальные коэффициенты нули. Можно по честному интегралу расписать, если вы сомневаетесь. А там, где вот производная по t, 0, ну, 0 мы уже обсуждали, по базисным функциям все коэффициенты нули. Так, решаем вот этот дифур. Опять у нас отделился вариант n равно единице и все остальные n. Все остальные n, ну, у нас там вот эти вот c1, бла-бла-бла, плюс c2, ля-ля-ля. А поскольку от нуля 0 и производные в нуле 0, это будет тождественно 0. Я опять это сейчас не выписывала, но я думаю, что как-то все выписывать лениво. И только для n равно единичке отдельно решим. А для n равно единичке у нас вот, да, вот эти константы, экспоненты. Подставляем начальные условия, получаем ну, какие-то там, какую-то функцию от t. И, наконец-то, финальный аккорд. Пишем ответ. Я вот тут его на слайде держала, чтобы мы его не забыли. Помните, мы откусили часть функции, надо ее не забыть приписать. Значит, вот та W, которая отдельно, и вообще говорят, тут стоит ряд, да? Ну, должен стоять ряд при n от единички там, до бесконечности. Ну, все вот это вот. Но у нас, начиная с n равно 2, вот это нулевые, поэтому у нас от ряда остается только первое слагаемое. С вот такой t и вот таким синусом при, ну, при n равно единице. Понятно, да? Синус nx при n равно единице. И получили ответ. Вопросы есть? Супер. Этот пример тоже, если кто хочет потренироваться, с ответом внизу. И давайте последнее, что мы разберем. Значит, вот до этого момента, не знаю, наверное, вы не обращали внимания, мы все время решали гиперболические уравнения, да, у ТТ равно у ХХ, и там еще что-то все остальное, это гиперболические уравнения. Но вот конкретно этот метод Фурье, он используется и в уравнении параболического типа, вот в частности, в уравнении теплопроводности, когда у нас по t только первая производная. Вообще все то же самое, ничего нового не скажу. Предлагаю просто пример разобрать и посмотреть, в чем там отличие внутри. Так, у нас есть неоднородность. Мы пока на нее, да, ее опустим. Будем искать базис. Ищем базис. Ну, t, n, t, n, x, n, t подставляем. Тут первая производная по t, тут вторая производная по x. Поделили опять на t, n, t, x, n, t. Тут опять только t, опять только на x. Короче, получается тот же дифур на x. И начальные условия тоже подставили. Короче, все то же самое. Получили те же самые синусы. Ну, потому что все то же самое. Окей, нашли, короче.
наш ряд, который будем искать. Вспоминаем, что делаем опять, подставляем, раскладываем все вот по этим синусам x. Так, подставляем сюда. Тут у нас первая производная вылезла. Тут, ну опять, да, синус два раза продифференцировался, минус и коэффициент в квадрате вылез. И вспоминаем про неоднородность. У нас была единичка, значит, тут какие-то коэффициенты от единички, от разложения единички. Коэффициенты, вот я выписала, тут при четных ноль, при нечетных, ну, что-то получается. И наше начальное условие подставляем, получаем, что еще t от нуля равно нулю. Ну, ноль, да, по синусам раскладываются все коэффициенты, значит, нулевые. Так в чем отличие? Что здесь дифур первого порядка. Да, у нас уравнение по t первого порядка производное, ну и дифур тут на t получился первого порядка. Решаем, ну там, как обычно, однородное, потом либо угадываем частное, либо варьируем постоянную, да, все как в прошлой жизни. И подставляем начальные условия. Ну, там вот для четных получается просто тождественный 0, для нечетных, ну, я тут выписала решение. Вуаля, записываем наш ряд. Я тут, ну, немножко неудачно написала. В общем, ну, по нечетным суммируем наши коэффициентики, это функция t на наши синусы. Да, потому что по четным у нас нули, нулевые слагаемые, что их писать? А это ответ. По этой задаче есть вопрос? Угу. Значит, что я еще хочу сказать? Вот давайте на этом слайде скажу. Во многих, если вы будете там, не знаю, литературу читать или так далее, когда вы изучаете, там, хотите посмотреть, как рассказывают метод Фурье, очень часто делают вот так. То есть вот я, когда мы находили что-то минус лямбда, я смотрела только вот это, да, уравнение, и писала его, решала и так далее. Но у нас есть еще же ведь второе. Мы могли написать оба сразу. Это на x, а отсюда на t. Ну, как бы, почему нет? Решить найти сразу x, ну, там у нас какие-то синусы, ну, неважно какие. Там t — это какие-то там экспоненты тоже, неважно какие-то. И записать уже... Ну, какие-то коэффициенты на там вот эти экспоненты, на какие-то там синусы. И, ну, так часто дается, это обычная история. Я хочу просто обратить ваше внимание, что эти цены, в общем, то есть в каких-то частных случаях, да, это бывает просто действительно константы, в общем случае это все еще функции t, и на них все так же придется их сюда подставлять и решать дифур. Может быть, сами центы какие-то, конечно, попроще, но в общем виде это ничего не отменяет. То есть вся процедура точно такая же. Вот. Наверное, все. Это все, что я хотела рассказать. Может, у вас есть вопросы по решению? Если у нас есть два одинаковых источника, две колонки в одной точке. Будет ли громкость отличаться, если... Ну, вы спросили. Ну, сейчас я попробую подумать. Ну, кажется, ой, даже не знаю. Кажется, что да. Да, я вот сейчас думаю про интерференцию и резонанс. Вот если у вас, как вы написали, одинаковые настройки, значит, у вас две волны абсолютно одинаковые, и они складываются, тогда должна быть амплитуда в два раза больше этих волн. Но я сейчас, вот, там, может, какие-то есть нюансы, я не могу сходу что-то сказать. Ну, прям резонанс, в смысле, что прям совсем все плохо будет, ну, неоткуда взяться. А, или вы имеете в виду, что волны еще будут отражаться от колонок? Ой, нет, я так сейчас сходу не скажу. Зависит от того, насколько сложно вы хотите эту задачу рассматривать.
Очень легко. Максимально легко. Максимально легко, мне кажется, можно вот рассматривать у вас одна волна, вторая волна, и если настройка одинаковая, значит, они синхронно выходят. В сумме получается волна такая же, только с амплитудой в два раза больше. Это вот максимально легко. Я даже не знаю, насколько это... Это может проверить. Развлекитесь соседей. Да не за что. Я не занималась глубоко звуковыми всякими штуками. У меня интуиции нет, к сожалению, чтобы отвечать, не задумываясь. Так, ну что? Тогда на этом, я думаю, семинар мы закончим. Курс наш тоже заканчивается. Вам всем удачи на экзамене там, с решением бонусного ДЗ, чтобы все у вас легко прошло. А на это, наверное, все. Всем спасибо. До свидания.